Всем добрый вечер, друзья. Вы на канале Рыбалка в Германии с Иванычем. Я сейчас нахожусь на вечернем клеве. Бухта в Нойштадте, Германия. Погода не очень, но рыбка идет неплохая, друзья. Сейчас я только что вот, смотрите, какую треску взял. Вообще, это ж просто шикардос, друзья. Смотрите, какая большая треска. Ну, вот на такие силиконовые приманки. Одна желтая у меня получается приманка и одна красная приманка. А снизу получается пилькер на 80 грамм. Ну, рыбалка продолжается, друзья. Оставайтесь, подписывайтесь.